Так, давайте человек на пул. На пулы Хант и Рога напуливайте на уничтожатора. Поставил звезду, если не знаете, кто это. Путешествие тут. Хилы никому не даем падать. На первой взлетке гейм будет отдавать кокоси. На второй буду типка. Путешествие тут. О! Кулак, дайте паладин там себя. Так, все готовы, танки побежали. Не ДД, стой, 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 кулаки ж, блядь. Успокойся, Так, ты рукой ты шмарика. Чего? Укут, чтоб передать Милику. Пижон, беги. Так, ну сова выживет, в принципе. Дубовую кожу прижимаем. Все нормально. Милики с центра ушли, ушли с центра, ушли под стенку. Словили раньше. 8 метров. Захиливаем. Кокоси на гимн на ХП. Гимн уже должны было отдать. Все, нормально. Давайте делаем я. Сейчас на чумку. Блин, я думал, она упадет до того, как на мне этот тень пропут. На синдру идем. Угасающий свет ролим. Бомжам бесплатно. Красивый довольно-таки. Давай мне. Да, это не бомж. На синдру, да? Я бомж, у меня голды нет. Так, покоритель. Ролим покоритель. Да, на синдру. Вот.
Так, Даксон. Экстремно еще выше. Погоди, погоди. Че? Сейчас, секунду. Макрос пропал, мать его. Так, а Таргарин выше тебя еще. Вот засранец. Вообще лол. На Синдру спускайтесь, суманите меня. Сука! Поднимите меня, пожалуйста. Все, я потом стану идти. Я отошел на пару минут, уйдем. Шкаф там есть? Да. Ну тогда суманите меня. Вы не должны прорваться к Синдрагосе! Давай пока бьете трэш, я фастом ребутнул ноут. А что-то тормозит. И скажет, когда зайти, хорошо? Хорошо, спросишь, там скажу. Угу. Так, где мужиков этих там дракончиков уже нет, и сейчас только драконов останется убить. О, дай мне этот панцирь вот. Вот.
Ребята, можно зайти? Да. Заходи. Поднимайтесь наверх, сейчас будем хилиться. Давайте, собираемся, хилимся. Там куда ему убирайте. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Там слава, Дил, у вас уничтожатор, подходите. Что, убили двоих драконов? Что-то долго. Ладно, чек на ФК. Подходим все. Танки фрошмут одеваем. Так, все здесь. Давайте фул баф. Сейчас еще раз чекну на пул. Уже спускаемся. Только это, пока на ступеньках стоим. Не спускайся, сова, блять. Сука. Осторожно, блядь. Теперь чекну. Надо подождать. Еще раз поднимаем. Типа, все, все готовы, пошли. На второй фазе, значит, милики, я персонально вам объясняю. Вы не бьете босса. Максимум, что вы можете, это если быстро метку разбили, одну тычку дать. И сразу убегаете вот это. Глыбы на переход, когда половина до 40 бьет. Пиздок. Будете четко делать, будут талики и тапки падать. По КД. Так, сколько стаков обморожения можно? 5-6. Значит, на второй фазе не выбегаем в стороны ни в какие. У вас 4 хила сейчас. Если вы будете выбегать какую-то хуйню делать, мы вайпимся. Я дам. Бегаем, смерть на притяжке, на бомбе 200 ВП сразу же. Ваших интересов не падает. Смотрим сейчас меточки, друг от друга 12 метров, 15. Так, рассосались метки. Не успевайте добегать, стойте там. Вверх. Спрятаться по центру парня. Что-то все с одного края оказались. Правда, близко. Без разницы с какого края. Бёхает. Справа близко. ГП. И давайте справа близко последний. ДД в метке. Боссом Валера вылетел, давай этот, пойдем или че, не знаю. Ну а протопал, ну блять, ты будешь отводить ее? Блять, заебись, отвел. Скрепы добейте. Да какие скрепы, падайте. Там 4 бэра есть. Да нахуй эти бэры сейчас сливать не надо. Ну вот танк. Давайте падает, разворачивай, Валеры нет. Там же 2 протопала. Там 1 протопал. Беги, малышка, беги!
Ретри и Холик, если не ошибаюсь. Побежали. Так, у кого есть спек из друидов? Сова, есть эрдру у кого-то из вас? Пижоны? Пижоны и сам. Пижоны так хилят. Совы, есть у вас у кого-то эрдру? Давай зайду. А, я тут один демон. Портуемся, сейчас зайдет молодец. Ну чё, нормально же хилят, чё такое? Зачем? Пятый хил нам. Давай шкаф. Дилос, ты тут? Дилос, бандит. Шанан, негодяй. Смотри, ничего себе. Привет там новым сагильдейцам. Видел, в рейд просился. Эх, кто это ливает? Да типа вот ром задирали, ну этот сова, наверное, его. Понятно, ноунейм какой-то. Я не знаю, блядь, не запомнишь, 1000 человек, блядь. Короче, танки, фрошмот не забудьте одеть, а то у вас глыбы ваншотуют, хуйня какая-то происходит. Чек на пул. Принимайте готовность. Валера тут? Валера тут, дудотипка тут? Да, сейчас поем рыбу. 10 секунд рыба, еще раз чекаю на пол.
вас. Здесь, братан. Тебя одного ждем. Да, ГП придет. Диллас. Там ставочки горят, мешает. Он писал что-то? Не. Ты за что мечтаешь? Я готов, бля. Хорош. Спускаемся. Это звук отключил. Я забыл включить его. Сука, ГП в натуре. Фантастическая штука. Не забывайте. Смерть на бомбе. Как там еще, блядь? На притяжке 200 ГП. На прошлом трайле. Трев дыхание. На прошлом трайле там кто-то умер, ну ладно, с этого трая начнем. Раз там уничтожатор вылетел. Пока что. Это был показательный трай, как говорилось у нас в адептах. Сейчас будет притяжка, внимательно, надо посмотреть. Вас притянет, надо отбежать. Вот так вот. Вот так вот притягивает, да? Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Здесь ваше вторжение и окончится. Никто не уцелеет. Нитки рассосались. Справа падает, спрятались. До половины метки подбит. Потом стопнули. Вот 140. Пациентка падает. Близко слева. Третья глыба. Вот под это. И последняя. Не бейте метки уже. По центру близко. Блять, не разбейте на все время. Теперь фул ДД. Настакал что-то, да, наверное? Ледяная ладонь смерти сжимает сердце. Так. Трепещите, смертные! Поднимаю гефестиума. Захилите. Захил. Больше не стакай это дерьмо. Взлетка, внимательно, глыбы до половины, до 40% бьем. Смотрим глыбы. Друг от друга отойдите, блядь, хуёво будет, если вместе стоять. Блядь. Справа падает. Зачем, блядь, вы лишние морозите? Я что-то не пойму, меня так больше стало, что ли? Или меня глючит? Справа падает, спрятались. Так, близко пациент. И сейчас последняя. Готовились. Осторожно по глыбам, стоп. Слева далеко. Блять, умрешь, Фурик. Фул ДД в склеп. Сильно склеп. Все, босса. Давайте Геру. Милики, приготовьтесь, когда скажу, отбегаем.
Я уже Белизон отбежал. Со стаками уже отбежали. Все, милики ушли из-под босса. Внимание, первая под босса сразу разбивает. Абдулил, смотрим, кто хлопает. В стороны прекратили выбежать. Ретрия под босса, милики ушли. Быстрее, ретрия. Демон ушел. Кто замораживается, 300 гп. Разбили сразу. Вот, тычку дали. И ушли, милики. И ушли. Сейчас метка под босса. Дикий. Диджа, Мира, блядь. Не выговоришь. Его не бьем. Диджа и Нире. До половины подбили чуть-чуть. Задотайте немножко. Вот. Подбивайте, подбивайте до 30. Все, фулл ДД в метку. Разбили метку. Метку несу под босса. Ушли, милики, из-под босса. Ушли, свалили. Вар, уходи. Сразу разбиваю меня. Сразу разбили. Быстро разбиваю. Чем быстрее, тем лучше. Тем больше ударов нанесете. Тычку даем. Внимание, метка под босса, Джейлис. Джейлис под босса, милики ушли. Быстрее выходите. Сразу разбиваем, это хил. Разбили сразу сильно. Тычку дали, смотрим метка. Метка в идеале под босса. Когда в сторону все скажу, ушли милики. Не морозимся. Дал лапу, негодяй. ГП еще тебе дам, 100, будешь лапу просить. Смотрим метка, под босса Таргариен, милики ушли. Сейчас будет притяжка, внимание. Метку до половинки. До половинки поддотайте ее. Притяжка, притяжка. Поддотывайте РДД метку, подбивайте до 30%, подбивайте. Фулл ДД в метку, разбили метку, разбили метку. Минилтор под босс. Минилтор под босс. Милики ушли, милики ушли. Блядь, три петуха. Блять, вот почему непонятно вам, я не знаю. В сторону метку. Две метки быстрее, лизнитотем в сторону, сразу его разбиваю. Разбивайте. РДД развернулись, бьем метку. Милики этого босса. Следующую под босса. Следующую под босса, сова под босса. Милики ушли, милики ушли. Милики ушли, 5 человек стоит. Вот. Сразу разбиваем эту метку. Следующая под босса будет притяжка. Потом в сторону зерг. Сейчас метку под босса. Ховер под босса, будет притяжка. Сука, почему ты далеко, блять, говорил? Ты сейчас рейд заморозишь, отойдите от него, бежит, видите? Вот, спрятались за него быстрее. Спрятались за него. Не бейте, блять, совы. Нельзя вправо отбежать было. Бегите, блять, сейчас на вас 10 стаков будет. Разбивайте метку в идеален сторону. Идеален сторону. Добиваем босса. Сука, почему такими глупыми надо быть? Неужели так охуенно? Наконец-то Талик. Дуду, настало твое время. Троллите. Ладно, паролю для АЭС одену. Так, кто вышел? У меня с зеркальцем бегаю. Так, Дуду тихо. Блядь! Кто там стоял? Отец, сука. У Диалину не надо, да? Дуду типка, поздравляю. Валик, ну я на Вага пошел. Как просил. Да, хорошо? Давай. Защитник, ролить. А там выше. Чумку идем. Так, защитник, значит, кто там рулил? Килька ли из них ховер? Это так. Может кто спекнется в танка спека? Чисто в пешике. Так, лизнит ТМ. Есть кого? Пошли на чумку. О, танк спит, есть кто? Таргариен. Ну, он зашел на вар. Он спикнет? На что у него протовар есть? Я не знаю, только у кого есть. Мне чисто отойти надо ненадолго. Не знаю.
Гефестиума спроси. Там больше разговору, наверное, да, отойти? Ты бы быстрее уже отошел. Вайп, я сейчас встань. Ничего страшного. Уже вайп, не сипет, ребят. Как, ты же сказал, что это тест, пробный вариант. Чего? Технический вайп, как в адепте говорили. Не, я сказал показательный трай, типа какой не давал. Ну во, ну во, а. Так, играем этих дураков, сейчас мелкие еще придут. Хорошо, бьем квадрат. А чё, Нерексис отошёл? Не знаю. Давай посмотрим. Мне тоже надо дойти, я вообще горюсь. Ну давайте, Коля, давайте все отойдём тогда. У нас доп. ЕП уже нету, так что можно отойти наверх. Валера здесь, всё нормально. А у Ященко? Палец, да, и пальцы. Я блюстанул его сейчас. Жалко тебе, когда ешь. Так он 4К. Да. Ну ты обалдел. Так я это самое, только закрою. Я понял, что у бычки не забирается кровь. Вот, а что за склеп над тобой сидит, а? Не могу попасть. Не знаю, какой там склеп за скрип. Ничего нет. Сбагалось, что? Короче, собаку по одной собаке. Дилос, ты уже пришел или ты чё? Да я не отходил даже, я штанчил. Вот пофигу, на лече отойду, после леча точно. О, красава, всё правильно. Ну и Венти можешь отойти перед профом. Там минута. Ай, уже не хочу. Сначала левую, собаку. Потом правую, ну или правую, потом левую какую-нибудь. О, ведут собаку, заводят сюда, всё правильно, бьём собаку. Ловушки там ставить. Здесь.
Пятый кружочек добейте, пожалуйста. То чувство, когда на ириске остается кусочек бумаги. Боже мой. Это. Короче, на рынже. Блядь. Молодец. Агри, мать, блядь, бейте, танкуем, сука. Кто, блядь, с агри? Экстрема. Экстрема, блядь. На РНЖ все встали РДД. Маги, локи, ханты, блядь, все вышли, блядь. Протопал. Считаем. Вторая пати на РНЖ. И первая, похуй. Захиливайте. Сука. Джелис, иди на рейндж. Отличные новости, народ. Я почему трубы для подачи не дают Кто еще в комнате лежит? Плюс рейд. Вот и лежит. РНЖ соблюдаем рейндж. 15 метров друг от друга, вот летело, блин, все нормально. Гера была у вас, да? Да. Можете еще дать. Ну, все, никогда не словили. Молодец, он давал. Давай, шаман Хогер, Гер. Босса уже бьете. Угу. Так. Сейчас будет большой в центре, внимание. Прибежали. Дамаг не ловит. Прожимаем щиты маг. На кого придет? Маги в частности. Захил магов. Первая пати сейчас упадет. Блять. Выживайте. Главное на рейнже глупостей не делать, отбежали. Гид. Сильно рейндж захиливаю. Перебежали. Дамаг не ловим, ШП прожимаемся. Захиливаем лок. Захил, захил, захил сильнее, не роняем никого. Блядь. Первую пати, захил милики, считай, отойдите из лужи. Сука. Конскюрит, поднимай его Диалина. Косина. Давай, менял торгим на хп. Першамы на рейндж. Перебежали. Слизней, блять, на мелизоны поворачивать. Специально что? Слизня в центр. Сейчас будет большой. Сейчас будет взрыв. Забираем. Приготовились. Побежали, побежали, побежали. С центра ушли, с центра ушли.
Так, буду типка гимна ХП. Гимна ХП читай. Демон вышел из мелизоны, блять. Вышел отсюда. Заблевал мелизоны, блядь. Захилил. Нет, я не вдывал. Блять. Хилы все вышли на рейндж. Блять, ШП не падает. Пиздец вы, короче. Беги, малышка, беги! Давайте на раньше, иначе вы умрете. Экстрема же, правильно? Да. ГП. Как неожиданно. Падайте, и дома не добьете здесь. Отличные новости, народ. Вуди, вот нахрена ты демоном подошел в мелизону, а? После взрыва. Падайте быстрее, встаньте спиной, падайте. Чё, быстрее. Есть слот, цель будет. Нет слота. Нет. Сваренька скажет, ну убери самогон. Нет. Цену себе хочешь, вара, мне там чё не надо. А не надо, надо. Надо себе. Токены надо. Побежали быстрее. Блин. Самого заходи, я не мог, короче, зайти в рейд. Я сильно часто заходил. Да не гони, блядь. Сейчас я другим зайду кем-то. Блять, Ваня, ну ты вообще кадр. Нет, фу, не одно так другое, блять. Мне не надо, да ничего, могу, блять, да. Говорит, я часто заходил. Да сейчас я стал бы с АДКшкой, в ДК там пробью, потом на профа зайду в баром. Давай. Чтоб не танчить, да? Инсты пацанам. Ну если чё, зайду кем. Угу. Бежим быстрее, блять. Это, чё за фигня, блядь, ребята? Что, нельзя за кружок не заходить или чё? Ты неправильно ставишь вопрос, надо говорить, что за фигня экстрема. Надо говорить конкретно о том человеке, который слаканул, а не обобщать. На рендже сейчас будут вторая пати, еще два ШП с первой пати, это уже 7 человек. Элим, 8 человек, и протопал. Маги, если кто-то умирает, на рендж пойдут. Ваня, ты зашел? Угу. Плюс они там. Угу. Ставьте шкаф, там Лука себе добежал. Там смотрите.
Хватайте лапку. Тебе не попали килл. АФК. И забай рейда не 200, а 500 гп. Вам же дают по 100 вместо 200 в ЛРС, как там ЦРК. Что будет пока что 200 вместо 500. Чек на пул. ЛРС 200 дают за простую смерть, я называю крейд. Да, там последнее время 100 дают, уже как год, наверное. Ты рейд, она по сути не вайпнула. Называй прайда 500. Она же не вайпнула. Ну, она спорила. Без команды, без ничего. Танта, лесов забафайте. Начинаем танки. Начинай, Валера. Давайте Геру. Ну, Рейн. Хм. Когда на голове я на холодильнике еще времени не стекло, отдай мне его, пожалуйста. Чего тебе дать? Голову сельды отдай, пожалуйста. Так, конспирует везни тотем. А, блядь. Маги, два мага на рейндж быстрее портанулись. Портанулись на рейндж встали. Так, конспирует. Поднимаю сову. Так, сова, вставай. Захил сову. Захил сову. Иди на рейндж. Значит, под босса экстрема возвращайся. И бежим. Тотем, у тебя вставало. 6 стаков, 6 стаков. Приготовились отбежать. С центра. Побежали. Убежали с места своего. Только не на людей бегите. Вот. В центр упали. Сопли встали обратно. Милики ушли обратно. Убежать. С гнездом у тебя что, вставалки нет? Забери большого. Я плевал, сейчас возьму. Перебежали. Дамаг большой получаем. Ставьте портал на Тухо. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Волим шею на мои. Новости. Он оставил море хоть... На офисе никому не надо. Волим на офисе. Да я поэт. Потрясающе.
Слышь, бой. Чё? Пошли сегодня ночью в Ульду до йога фасты. Какую, 25-ку? 10. Да можно, в принципе. Мне очень сильно нужна голова, на принципе. Чё за голова? Да с йог все равно падает. Да я даже не знаю, там типы тоже хотят ходить, я по воскресеньям вожу. Да я даже не знаю, блядь. Хочу так пастом сходить прям, ну не ачеев, ни хуи, просто пастом занести. Ну, примерно так же ходим. Это, подбегайте сюда. Так, холодец ты в ГД. Значит, будете носить шамана и полипала метки. Это треугольник, трусы, квадрат, треугольник. Друг от друга отбегите там. Одна метка, одна спора под босса, две споры в эти метки. Чекнуть. Это делайте так лучше. Две споры в одну не приносите никогда. Так. Если будете делать все правильно, упадут тапки. Близнит отеп тут. Интеллект. Дайте. Это сам. Начинаем танк. Я под боссом. Странный хил, топ по хилу и мана фул. И ему никто не заливал. Че у него там, три утешения что ли? Слышно, прием? Ну, обычно, когда одевают шаманов, то там эти шмотки начали, они все с эмпарикеном. По хилу топ. Вывод надо, шаманов в эмпарикен. Да, я не знаю, да. Я вот в РСке там всегда одеваю фулл шмот, ну, по реке на себе. От напалмиков зависит. О, инвизону забывали. Эх. Отойдите инвизону, там капля летит зеленая. Как, сука, инвизону заблевать, пидоры? По-любому демон, походу, да? Это вуди демон. Ну посмотри, где ты умер. Ты же не в милизоне умер. Не, потом перетаски. Что-то.
Ты всегда был моим любимым. Сторони, да? Хоть что-то. Молодец, что оставил да столько... На палки падали в кого чувствую. Топорная ДК. Топорная ДК. На танка ролим на мейн. Ставьте. Я нов. Так, рольте на вов, кидайте на вов. Шестая сегодня протопала, собрала. Да это пиздец. Вот так чего вы не танчите, товарищи, блять? Вот разбирайте своих паладинов. Где ваш попало? Уступаю, шмотки. Лол. Рольте. Вот и собирается долго. 10% рольте. Килька пати. Таргарин, заходи. Не, да, зло это вообще шлак полный. Так, сумоньте. Почему? Тихо. Блядь. Пол литра кикну. Пол литра, блядь. Как правильно, пол литра, что ли? Пол литра, да. То вы уж меня простите за мой нерусский. Ничего. Так, пол литра. Наверное, вас посумонить, да, ребята, надо. Охуенно вы квест побежали сдавать. Это времени мало у нас.